Всем привет! Коротенькое сделаю видео с разводни. Многие спрашивают, чем мы кормим рыбу на разводне. Ну вот, кормим рыбу алером. Вот алер нулевка, такой мелкий, мелкому мальку. Вот такой это полторашка, чуть-чуть крупней. Двойка. Это крупной рыбе, маловийцам, там такое. Есть еще четверка, ну это больших карпов там кормить, крупную рыбу. И у совсем мелкого малька вот алер перемолотый на кофемолке. Ну это такое там гупик у живородки, ну в пыль перемолотый алер. Производителя, значит, мы кормим мотылем речным, не лиманским, не соленым, а речным, и циклоп. Так, алер этот в мешках идет, это мы в ведра пересыпаем, чтобы оно не отсыревало. Такое короткое видео я сделал. Не знаю, как звук тут будет. Я без монтажа. Видео сейчас загружу. Потому что тут шумно. Может быть, звук будет не очень. В общем, как-то так. Ждите других видео. Я буду тут понемножку снимать кое-что. Всем пока.